Не. Мертвы. Они мертвы. Что случилось? Анбаэль, это невероятно! Богохульство! Осквернение! Монастырь пылает! Настоятели отправили нас в Туушу просить помощи. Но, Анбаэль, мои ученики на мосту, они все мертвы! Иди и найди себе убежище. С Анбаэль я разберусь сам. Избранный! Что это за дыра? Ксеша там? Этот тоннель ведет в укрытие последних уцелевших Анназири. Ксеша знала, что мы укрываем Селену. Она убила наших учеников в назидание. Теперь нам придется жить с грузом этой вины на душе. Если кто и виноват в случившемся, то только Ксеша. Она там внизу? Да. Одна голова пожирает другую. Ксеша не должна была просыпаться ото сна. Теперь равновесие нарушено. Тогда я восстановлю его, убив Ксешу. С дороги! Что?
Да я! Не представляешь, как я рад наконец-то встретиться с тобой лицом к лицу! Пророчество о Назире осуществилось. Это знак,
Начнем ритуал. Что скажешь, Торус? Это наш шанс одолеть завоевателя. Нападаем. Горчамал.